целый. И резьба целая. Сейчас я резко сниму. Давай. Мы видим, что винт целый и резьба целая, но за счет интенсивного обстукивания, да, мы его вывели. Рассыпалась гайка. Да, ну не гайка рассыпалась, там внутри ржавчина, и вот у нас есть небольшой люфт, то есть резьбовое соединение разрушилось, сами ребра. Вот, попробуем еще один для чистоты эксперимент, наверное, да? Может, его туда просто забивали? Не исключаю, это же СССР, Россия, не знаю, как правильно. Это кривые руки. Без авось не обойтись. Этот закис. Попробуй соседний, может, там шлиц побольше пока. Извини. Ничего, я специально поставил. Ты аккуратнее. А, во, попадаем. Ну тут шлиц просто. За хороший был. Не, мы этот не сворачиваем, он прикрашен, к сожалению. Здесь надо... Я делал не ту насадку. Мне самолет на самом деле жалко. Посадить не попадаю. Не создан работать руками. Попробуй-то. Так, что-то тут происходит. Берем. Пока одолели только один. Очень волнуюсь. Машина историческая. Попробуем вот этот вот. Закисло. Может, болгарочку принести сейчас? Немножко это, болгарочкой. Сейчас ребята губ притащат. Короче, винты на самом деле закрасили.